Приветствую вас, друзья! И вот мы с вами снова на реке, и сегодня у меня праздник. Пасмурная погодка, и мы налегке на рыбалку, даже без телеги. В общем, у нас сегодня минус 6, практически штиль, и погода, как будто я где-то сейчас нахожусь на оке в районе Каширы. В общем, единственное отличие, мы сейчас будем ловить не судака, а будем ловить сега. Попробуем закрепить наши прошлые результаты. В общем, не суть важно вообще, какой сегодня будет клев. Главное, что сегодня замечательнейшая и отличная погода. Я такого тут не видел вообще никогда. Я сегодня даже батарейку не буду в тепло убирать. Вообще смысла нету. На улице реально Ташкент. По оснастке ничего пока менять не буду. Сейчас попробую. Найдем сега. Ну а там дальше посмотрим. В принципе, если клевать будет отлично, то даже твистерок не буду заменять. Я говорю, сейчас я даже на старых лунках, но далеко не факт, что сегодня здесь будет рыба, потому что любая хищная рыба имеет свойство перемещаться. За своим кормом, за живцом, за мальком. Поэтому мы сейчас заново будем сверлить, искать, ну а после продолжим рыбачить. Опа, иди сюда. Ну вот, потихоньку, полегоньку расклевывается, но будем искать с большой концентрацией лунки. поклевок мало сегодня. Лунок уже много. Опа, поклевка сделана. Вот сейчас пытаюсь логически размышлять. Попробовал сейчас вот пару лунок. Вот, на глубину где-то полметра всего лишь. Да, ну то есть если сик питается мальком, понятно, что он его будет забивать. Береговую полосу, и там его уже выедать. Ну вот сейчас первая лунка на такой вот глубине поклевки. И рыба. Поклевки и рыба, ребята. Ну что, голова в очередной раз, может быть, не подводит. Сейчас посмотрим, конечно, дальше на результаты. Но во всяком случае, я вот 40 минут не видел поклевок. А сейчас они есть. Опа! Надо пробовать сейчас все равно. Если сик не крупный, если сейчас так и будет он продолжаться, попробую найти какой-нибудь свал к руслу. Возможно, крупный сик стоит на свале. Опа, есть. Ух ты, хороший кабанчик. Заарканился. Когда сига много, он особо не выделывается. Поклевки очень яростные. Опа. Когда он в одного, тогда он уже может поплавать, присмотреться. Ах ты, хитрый. Не хитрее нас. Опа, есть. О, кабанчик. Полметра глубина. Хорошие сиги плавают. Ух ты! О, хороший вообще! Зверь просто! Крупняк подошел. Такой прям хороший-хороший. Сигов поймаешь, запах такой стоит. Как будто, правда, на овощном рынке ходишь. А вокруг то ли огурцы разрезанные, то ли что-то такое. Ну вот немного его тут. Таких здоровых скоплений нету. Вот, но присутствует. Ух ты, поклевка. Присутствует крутится он здесь по береговой линии. Вот. Прошлую рыбалку я ловил дальше от берега, сейчас пришлось перебазироваться. Опять же, вот поиск, да? Рыбачь ты там в минус 30 там и больше, минус 40. Ты палатку ставишь и фактически привязан к одному месту. Особо не побегаешь вот так вот. О, есть. Тоже неплохой. Прям здорово. Опа, хорошенький. Ну ничего, лунка у нас разловилась немного. Поклевки нечастые, но стабильные. Ух ты, удар такой был. Опять вот на паузу. Надеюсь, он там твистеров не сдернул. Уж больно жадно он его схватил. Клюют? Ну так, потихоньку. Много чего-то нету. Так, помаленьку. Там, там. Так ты сегов. Ну. Я про ершей спрашиваю. Да, ну. Сегов, ну. Yes. Вот, новая лунка, новая рыба. Это аксиома. Хочешь приходить домой с рыбой? А ты на червяка? Нет, я на кусок, ну на резину там, на маленький твистер. Опа. Эх, сошел. Аксиома, друзья. Хочешь быть с рыбой, имей острые ножи на буре. Опа. Не, мне на работу, надо дела еще поделать, я сейчас поеду уже. Да и так нормально, что, к Новому году свежего сига. Да, конечно. Какие еще будут дни? Что расстраивать? На кабачках, говорит, хорошо ловится стик. Я хочу проверить сегодня по этой погоде, как налим будет. Да будет он нормально такую погоду. Вот так вот, друзья, завершилась наша рыбалка. Это была последняя рыбалка в этом году. Мы же не печалимся этому и с хорошим настроением переходим в новый год. 2022 год был тяжелый для каждого по-своему. Мне же хочется пожелать для вас всего самого наилучшего. Пусть ваши мечты и задуманные планы обязательно исполняются. Крепкое здоровье пусть не подводит вас. Оставим же все плохое и неприятное в уходящем году. И пусть каждый новый миг наступающего нового года приносит в ваш дом теплоту, доброту, уют. Пусть Новый год принесет вам все, о чем вы только мечтаете, и даже немножко больше. Ну и самое главное, не болейте, не грустите, на рыбалку ходите. С Новым годом!